Добрый день. Искам да споделя нечто накратко. Хочу поделиться с вами коротко. По принципу, всички знаем, какво се случва. В принципе, мы все знаем, что происходит. И аз мисля, че няма нужда от повече коментарии. Достаточно много навсякъде се говори по тази тема за войната между Украина и Русия. Да, я не думаю, что нужны еще какие-то излишние комментарии. Достаточно сейчас, что мы слышим, что происходит между Россией и Украиной. Но вы знаете, что след всяка война военные правят анализы. Ну, вы знаете, что после каждой войны военные делают анализы. И много от битките по време на войната след това се изучават десятилетия, след това в военните училища. И потом, после войны, в училищах, в военных училищах изучают вообще, что, ну, что реально происходило во время военных действий. Аз също искам ние да направим своите поуки и анализы. Я бы хотел, чтобы мы тоже сделали какие-то вот свои выводы, свои анализы. Първо искам да споделя, ще разделя встъплението си на две части. Хочу разделить вступление на две части. Първо искам да разкажа накратко какво се случва в видимия материалния свят. Во-первых, я хочу рассказать, что происходит в видимом материальном свете. И во втората част какво мисля, че трябва да направим в духовния свят. И во второй части я хочу поделиться, что мы можем сделать в невидимом духовном свете. Това, което бягва в момента от вниманието на всички хора. То, что происходит вне внимания всех людей. Да. Че ситуацията в економически план е изключително сериозна. Что ситуация в экономическом плане, она довольно серьезная сейчас. Битката между двата колоса. Война между два колоса, да, два гиганта между двумя колосами. Това е САЩ плюс Западна Европа срещу Русия. Это США плюс Западная Европа плюс Россия. Против России, извиняюсь. Да. Довежда до много опасни последици. Могут привести к очень тяжелым последствиям. Например, прекратени са доставките на желязо. Например, прекращены поставки железа. От Украина и Русия. С Украины и России. По разбираемой причине. По понятным причинам. Имайте предвид, че 40% от брутния вътрешен продукт на България. Вы должны иметь в виду, что 40% какого продукта? Брутния валового продукта в Болгарии. Се формира от строителството. Формируется от строительства. Без железа строительството е невъзможно. Без железа понятно, что строительство просто невъзможно. Много преди два дни. Два дня тому назад. Русия забрани экспорта на стомана за целия Европейский съюз. Россия запретила экспорт метала для всего Европейского Союза. То есть много скоро аз очаквам да забранят и экспорта на алюминий и титан. Очень скоро, я так думаю, что будет запрещен также экспорт алюминия и титана. 80% от алюминия и 90% от титана се произвеждат от Русия. 80% алюминия, 90% титана производится в России. Те два компонента са структура, определяющие за много отрасли на индустрията. Эти два компонента являются основным материалом для индустрии, для производства. Автомобильная, авиаиндустрия. Автомобильная, авиационная и многие другие отрасли. Природный газ. Природный газ. От 300-400 долларов за 1000 кубических метров. 300-400 американских долларов за один куб. Стана 2200 долларов. Стал 1200 долларов. Нет, 2000. 2000? 2000. 2000 долларов. Това е пяткратное увеличение. Это пятикратное увеличение. Природный газ
се използва в малка степен за отопление. Природный газ в маленькой степени используется для отопления. И исключительно важно за редица производства. И исключительно важен для целого ряда производств. Например, туровите, които се използват в земеделието. Например, удобрения, которые используют в земледелии. 80% от себестоимости им е цената на газа. 80% их себестоимости – это цена газа. Ако земеделците, туровите почват да стават почти невъзможни за купуване. В таком случае, если вот так произойдет, то это практически становится невозможно, чтобы земледелец купил такое дорогое удобрение. Това ще доведе до понижаване нивото на реколтата ще падне. Да, это может привести к уменьшению урожая. Той без друго зърното не стигаше в световен план. И без того не хватало вот для, ну, как бы всемирного такого плана зерна, да. А ако спрат да се използват турови, това ще доведе и до физически глад. Если перестанут поставлять удобрения, то это может вообще привести к такому физическому голоду. Не искам повече да продължавам в тая посока. Не хочу больше продолжать вот в таком, ну, как бы в такой теме. Но само ви загатнах някои от най-малките последствия. Хотел просто, чтобы немножко задумались хотя бы о небольших о минимальных последствиях того, что может произойти. То есть много е, ако по това противопоставление, то ако тази военна ситуация продължи. Если такая военная ситуация продолжится, много вероятно Европа да рухне економически. Очень вероятно, что Европа она может просто рухнуть экономически. Следствието ще бъдат безработица, глад. Как следствие будет безработица, голод. Изострение на етническите конфликти. Обострение между етническими группировками. Например, от 60-милионното население на Франция. Например, в 60-милионной Франции 15-20 миллионов са мюсюлмани, араби и други. 15-20 миллионов – это арабы, мусульманский свет. Това е изключително опасна бомба. Это очень опасная бомба. И така мога да продължа за много други държави. Да, и так я могу продолжать и о многих других державах. Но същността не е в това. Но сущность не в том. Моята молба сега е друга. Моя просьба сегодня другая. Искам да насоча вниманието ви, молитвите ви. Хочу направить ваше внимание в молитвах ваших. За това, че ние трябва да се подготвим. К тому, чтобы мы подготовились. И в началото още казах, че трябва да извадим поуки от ситуацията от войната в Украина. Да, вначале я сказал о том, что нам надо уже сделать какие-то выводы о той войне, которая сейчас происходит. Полка номер одно. Как бы урок номер один. Много хора от Украина се оказаха с нередовни документи. Очень много людей из Украины оказались с неподготовленными документами, да. Истекал срок на годност на международни биометрични паспорти. Да, просрочены международные паспорта. Доста от тях са си оставили дипломи за образование, такива неща на места, където сега не могат да си ги вземат. Очень много украинцев оставило документы там, где теперь они не могут их обратно забрать, об образовании. Втора полука, много хора не са поддържали никакъв запас от пари за случай на като този, на бягство. Да. Второй урок о том, что много людей не имело таких запасов, финансовых запасов в таком случае, в случае бегства. И трето за тези, които решиха да останат в Украина. Третье о тех, кто решил остаться в Украине. Много малко от тях са подготвени с дълготрайни хранителни продукти. Да, много из них плохо подготовлены к тому, чтобы иметь такие долгосрочные продукты питания.
Ще попитате защо ви казвам това, след като ние сме в тук на мирна земя. Можете поинтересоваться у меня, почему я задаю такие вопросы, когда мы находимся на мирной земле Болгарии. Защото мирът от земята се вдига. Потому что мир, он как бы забирается с земли, уходит. Противопоставлението между народите ще продължи. Противопоставление против народов, да, противостояние между народами будет усиливаться. Когато след Първата световна война, после Первой мировой войны, делегациите на Франция и Англия, делегация Франции и Англии, и редица всички държави, които са били в тая коалиция, и ряд других стран, которые также находились в этой военной коалиции, настоявали за изключително жестоко наказание и отношение въобще към Германия. Они настояли на том, чтобы было такое очень суровое наказание в отношении Германии. Единствено руководителя на американската делегация, единственный руководитель из американской делегации, ги предупреждал, че жестокото отношение, предупреждал их о том, что жестокое отношение ще отвори пътя за нова световна война. Откроет путь к новой мировой войне. За съжаление, никой не го е чул. Но, к сожалению, его никто не услышал. Унизителното отношение към Германия, такое унизительное отношение к Германии развързва Втората световна война. Развязала Вторую мировую войну. За втори път казвам за съжаление. Второй раз повторяю, что это к сожалению. Че Западна Европа не си е взела поука. Что Западная Европа не взяла необходимый урок, вывод. Жестокото отношение сега и към Русия. И сейчас жестокое отношение к России ще доведе до по-сериозни конфликти. Может привести к еще более серьезным конфликтам. И всички тези неща ви казвам за това, за да знаете за какво да се молите. И все это вам говорю о том, чтобы мы знали, за что молиться, как верующие. Да, тъй като историята е наречена учителка на народите. Потому что история, она называется учителем народов. Ние трябва да се вземем поуки. Нам необходимо брать выводы, правильные выводы и уроки. И също така това, към което аз искам лично да отправя един личен апел, призив към всички християни. Также я хотел бы сделать еще один такой призыв ко всем христианам. Всички ние да търсим водителство на Святия Дух. Все мы да ищем водительство Духом Святым. И всеки един лично всеки един от нас. И каждый отдельно взятый верующий. Да търси рема от Бога, дали се намира на правилното място. Ищет рема от Бога, находится ли он на правильном месте сейчас. Защо отправен този призив? Для чего мы делаем такой призыв? Защото гласът на егото имитира съвършенно гласът на Святия Дух. Потому что очень часто голос нашего эго очень часто имитирует голос Святого Духа. И аз това го виждам, сега отново получих доказателство за това. И сейчас я тоже получил такие доказательства этого. Много християни в Украина. Очень много християн в Украине. Казваха, че са имали откровение от Бога, че войната ще е 6 дни. Говорили о том, что имели откровение от Бога, что война продлится всего лишь 6 дней. 6 дней минаха отдавна. 6 дней уже прошло давно. Тоест, това е било лъжепророчество. Тоест, получается, что это были лъжепророчества. Защо? Почему? Защото хората действително, с цялото си сърце хората в Украина искат възможно най-бързо да настане мир. Да, потому что огромное число украинцев, конечно, желают, хотят, чтобы война как можно быстрее закончилась. Ние искаме същото. И мы тоже этого хотим. Но не е дадено на нас да извиваме ръцете на Бога и да му казваме какво трябва да се случи. Но нам не дано такого, чтобы закручивать Богу руки для того, чтобы требовать от Него. Това, което е в нашата власт, все, что мы можем, все, что в нашей власти, е да се молим за защита на хората, които познаваме в Украина. Там молиться за тех людей, которых мы знаем, которые находятся в Украине.
лично ние също сме потерпевши от тази война. Лично мы, наша семья также потерпевши от этой войны. Едната малката сестра на моята съпруга е в Украина сега. Младшая сестра моей супруги находится в Украине сейчас. Трима от моите зетеви са в Украина. Три моих зятя находятся в Украине. Така че на нас не безразличен този конфликт. Так что нам не безразличен этот конфликт. И не ни радва. И не радует, конечно. Това е една дълбока тъга за целия свят, не да, само за нас. Это одна большая тяжелая трагедия для всего мира. Но за това искам да ви кажа, аз лично вече не разчитам само на себе си. Поэтому лично я не рассчитываю только на свои силы. Но ако ние всички заедно се молим за водителство, но если мы все вместе будем молиться за водительство, то тогава е по-безопасно. Тогда более безопасно. Това беше моят призив. Это был мой призыв сегодня. Благодаря за внимание. Спасибо большое.